Молодой человек, здравствуйте. Добрый вечер. Доброе утро, да? Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот вы заинтересовались уроками жонглирования булыжниками, да? Хочется узнать, что это такое, то есть вот день не задастся, если не узнаете. Да. Ну, конечно. Откуда вы? Как вы зовут? Для молодого человека Ру с Думской урок жонглирования булыжниками. Проживает на опушке очень добрая ежиха. Лучше нет ее хозяйки, поварихи и портнихи. Как-то раз она решила, помогу друзьям немножко, занавески зайцам шила, мишки просто не в берлогу, белки, рыженькой подружки, и знакомые эти девчонки, шила мягкие подушки, и платочки два из шелка. Как-то волк в лесу случайно зацепил карман сучком, и угрюмый и печальный заглянул к ежихе в дом, и без лишних разговоров помогла ежиха горе. Теперь с карманом новым волк гуляет снова в поле. Какая это! Скажите, пожалуйста, вам понравилось? Будете учиться жонглировать булыжниками? Да. Вот, держите. Тогда вы можете сейчас пока поставить лайк. Лайк у нас ставится вот так. И громко и четко, внятно порекомендуйте всем мужчинам Российской Федерации, мира учиться жонглировать булыжниками. Всем мужикам учиться жонглировать булыжниками. Теперь еще одна просьба. Вот смотрите. У нас сейчас в Петербурге будет проходить международный книжный салон 23-26 мая. Вот посмотрите, пожалуйста. И там, как говорят, надо время читать. Я вам хочу дать почитать вот эту вот книжечку. Сейчас ознакомиться. И узнать ваше мнение. Очень холодно. Через неделю в одном сером городе, в одном... Про себя. Ну я уже порадовался. Ну отчасти да. Поехали, а он уже. Спасибо. Десятка наша. Ну все, скажите, пожалуйста, рекомендуете приходить? Да. Читать. Все, да. Удачи. Пока. Спасибо, ребята. Спасибо. Лайк вам от Аркаши. Веселого петроградского булыжника. Ну вот только что вы все видели. Ребята порекомендовали учиться жонглировать булыжниками и приходить в Михайловский манеж читать книжку «Уроки жонглирования булыжниками». У вас будет эта уникальная возможность. Ставьте лайк и рассказывайте друзьям, если понравилось это видео. Пока. Было приятно для вас работать.